Появление на Земле нового человека – это вечная тайна, непостижимое волшебство и огромное счастье для родителей. Вдвойне приятно, когда рождение приходится на памятный день. На чествование малышей, появившихся на свет 13 сентября, в день празднования юбилея Ленинского района, и побывала наша съемочная группа. Каждый день над планетой восходит и заходит солнце. Каждый день приносит человеку новые заботы и радости. И ежеминутно рядом с нами происходит великое чудо – рождение нового жителя Земли. В среду 17 сентября в Видновском перинатальном центре в рамках празднования Дня города и 85-летия Ленинского района проходила торжественная выписка детей, родившихся именно 13 сентября. В присутствии пап, дедушек и старших сыновей новых жителей Ленинского района и их мам поздравляли заместитель главы администрации Надежда Демкина, начальник управления здравоохранения Виктор Шашков и главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова. Я очень хочу, чтобы вот эти граждане, они были будущим не только нашего района, не только города Видного, нашего с вами любимого Отечества. Малыши получили в этот день свой первый документ – свидетельство о рождении. А их счастливые родители – поздравительные адреса от главы Ленинского района, цветы и подарки от районной администрации и Видновского перинатального центра. Хочу вам подчеркнуть, что в Видном рождаются видные дети. Вы отныне, вы нарожали видных детей. Дай Бог, чтобы они были здоровы, счастливы, благополучны, чтобы они любили своих родителей, чтобы у родителей появились новые дети, чтобы у детей, рожденных сегодня, вы видите, чтобы преимущественно мальчики, да, все время задают вопрос, кого больше, мальчик или девочек, вы сегодня услышали, кого больше, да, чтобы ваши малыши росли здоровы, чтобы у них вскоре, через 2-3-4 года появились братики и сестренки, и не один раз. Наша задача, задача нашего коллектива, чтобы, ну, вам было комфортно в этом учреждении. В финальной части торжественного мероприятия все присутствующие запечатлелись на общей фотографии. Вот так для новорожденных и их родителей число 13 теперь навсегда станет счастливым. Мы хотим, чтобы 13, не число, а именно 13 сентября 2014 года, в день рождения, стал для них самым счастливым днем в их жизни, чтобы этот день всегда приносил им удачу и надежду на будущее. У дверей роддома, входящих в большую жизнь новых граждан Видновского края и их мам, с трепетом и нетерпением ожидали многочисленные родственники. А некоторые папы уже сейчас не собираются останавливаться на достигнутом. Конечно, обязательно. Ну, как говорится, даст Бог, обязательно. Там и за сыном, и еще сколько Всевышний даст, столько и будем делать детей. Вера Примаченко и Адамия, Наталья Буслаева, Видное ТВ.